Здравствуйте, друзья! Мы рады вас приветствовать на нашем канале «Творческая семья». Всем привет! Сегодня мы свяжем цветочный мотив вот из такого красивого ажурного цветочка. Для этого нам понадобится сам цветочек, пряжа и крючок. Как вязать сам цветочек, я оставлю ссылочку под роликом, и вы сможете туда зайти и посмотреть. Сначала мы должны рассмотреть наш цветочек. Опускаем лепесточек. И за лепесточком мы увидим вот такую арочку. И таких арочек у нас будет 8. Вот в эти арочки мы как раз и будем вязать. Теперь мы должны соединиться с нашей работой. Набираем 3 воздушные петли. Одна у нас тут есть, значит еще 2. Подтягиваем. И вяжем столбик с одним накидом в эту же арочку. У нас получается вместе с петлями подъема 2 столбика. Вяжем третий столбик. Вяжем одну воздушную петлю и в следующую арочку опять вяжем 3 столбика с одним накидом. Один. Два. И третий. Столбик с одним накидом. Теперь вяжем 3 воздушные петли. И в эту же арочку опять вяжем столбики с одним накидом. Один. Два. И третий. Такой элемент у нас получился. Набираем одну воздушную петлю и переходим к следующей нашей арочке. Вот она. И в нее будем вязать 3 столбика с одним накидом. Петельки вытягиваем. Набираем одну воздушную петлю. В следующую арочку мы будем вязать вот такой элемент, уголочек. Один столбик с одним накидом, второе, третий, набираем 3 воздушные петли и опять ту же арочку вяжем столбики с одним накидом. Такой уголочек у нас получился.
Набираем одну воздушную петлю. И в эту арочку будем вязать только 3 столбика с одним накидом. Итак, будем чередовать, пока мы не соединимся. Здесь было 3 столбика, значит здесь мы будем вязать 6. Между ними воздушные петли. 1, 2, 3. И опять вяжем 3 столбика с одним накидом в ту же арочку. Одну воздушную петлю набираем. И опять вяжем столбики с одним накидом. Теперь мы должны соединиться. Соединяемся в третью петлю подъема соединительной петлей. Так у нас должно получиться. Два уголочка посередине, 3 столбика. Набираем 3 воздушные петли подъема и сюда будем вязать 3 столбика с одним накидом. 2 и 3. Вяжем одну воздушную петлю. И уже в наш уголочек вяжем 3 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли и опять 3 столбика с одним накидом. 1 столбик, 2, 3, 3 воздушные петли. Хотел сказать подъем. 3 воздушные петли. И опять вяжем 3 столбика с одним накидом.
у нас должно получиться. Набираем одну воздушную петлю и переходим уже в эту арочку. Вяжем 3 столбика с одним накидом. Вяжем одну воздушную петлю, переходим дальше. Сюда мы вяжем 3 столбика с одним накидом. Набираем одну воздушную петлю. И вяжем наш уголок. 3 столбика с одним накидом. Три воздушные петли. И опять вяжем 3 столбика с одним накидом. Набираем одну воздушную петлю и уже в следующую арочку вяжем 3 столбика с одним накидом и сюда 3 столбика. Здесь уже делаем уголок. Все будет повторяться. Здесь у нас были 3 петли подъема, значит, мы в эту арочку должны связать 2 столбика с одним накидом. Один. Два. И в третью петлю будем соединяться. Соединительную петлю. 3 петли подъема у нас считается как столбик. 1, 2, 3. Ну вот, работу я закончила. Получился у нас такая красота. Можно, конечно, связать и побольше, и разными цветами работать. Такой вариант очень хорошо подходит, если мы свяжем покрывало, палантины. Да где угодно можно использовать такое вязание. Если у вас возникнут какие-то вопросы, пишите, я обязательно отвечу. До свидания, до новых встреч!